Ну что, вопросы от подписчиков, да? Прямо сейчас. Что с Диларой? Ты у меня спрашиваешь? Да, я видел видосик. Какой? Про измену. Какой? Ну, типа она у тебя там в душе, бля, моется, вся хуйня. С Кирой вместе. Так вот, что с Диларой, да? Это все фейк, мы вас просто наебали ради трека. Пойдет? Нормально? Нормально. Ну, верится в эту хуйню? Не особо. Угу. Ну, смотрите, давайте распетляем нахуй. Раз и навсегда, ебать. Все точки над. Дилара моя девочка, я ее обожаю, нахуй. Но как муж и жена мы больше не существуем. Потому что, цитирую одного классика, рок-звезда не может быть хорошим мужем. Рок-звезда не может быть хорошим парнем. Вот так. Но она моя девочка, я ее обожаю, блядь. Красоточка. Давай, тронь ее, ты умрешь.